Пьяный бразилец решил поиграть с парой паукообразных обезьян в зоопарке города Саракобы. Преодолев ограду вольера, Жао Сантос приблизился к животным вплавь. Однако такое наглое вторжение обезьяны не оценили, мигом искусав наглеца. Следующий случай произошел в берлинском зоопарке 11 декабря 2012 года. Женщина прыгнула в вольер к белым медведям, среди которых был знаменитый на весь мир медвежонок Кнут. Один из четырех находившихся там взрослых медведей напал на женщину и сильно ее искусал. Медвежонок Кнут получил широкую известность в Германии после того, как в 2006 году его мать, белая медведица Тоска, отказалась от своего детеныша. Его вырастили сотрудники зоопарка. Спасателям кое-как удалось поднять женщину из вольера с хищниками. Насколько нам известно, она сильно не пострадала.